дорогие мои прекрасные, сейчас нахожусь в городе Марморис. Это жемчужина прекрасного Эгейского моря, или некоторые говорят даже Агдениза, то есть Белого моря и по-турецки, либо Средиземного моря. Вот. Поэтому всем вам желаю сюда приехать, немножко сделаю как бы экскурсию по тому городу. Ой, у меня глаза закрываются, потому что слишком большой поток солнца идет, тут везде стекла. Вот, и, ой, даже вот это вот, не могу смотреть на тень, вот, поэтому уж извините, ничего страшного. Вот, всем сюда советую приезжать, наслаждаться этим прекрасным видом. Вот даже такое вот у меня интересное, красивое море вот там виднеется вместе с пальмой. Вот. Очень даже золотейшее, прекраснейшее место вот там виднеется. Вот. Поэтому всем приезжайте, будьте и отдыхайте. Всех люблю, пока-пока. Не, в ближайшее время не надо. Что она обнаружила? Что ты обнаружила? А, лимона. Вот видите, она все знает. Это яблоня вообще. Вот видишь, лимон. А, это лимон. Точно, это же лимон. Офигеть, это же лимон. Да, лимон, ага. А вот цветы от земли. Ага. А вот смотри, цветок. И пчела. Да. И большое, как называется вот это что, сосна? Вот это? Пальма. Пальма. Классно, видишь, указан даже номер дерева, как прям указано, ну как заботится. О, номер дерева, мар 3168. Обед? Да. Потому что для меня интересно. Ну понятно, она куда меня гонит.